В библиотеке имени Грушевского патрульные полицейские сегодня общались со студентами. Почему решили защищать, много ли опасностей подстерегает и что привнесла новая профессия в их жизнь? Диалоги юных одессистов и правоохранителей слушала и наша съемочная группа. Лейтенант полиции Анна Леськова 8 лет работала в банковской системе. После случая, который произошел с ее родным человеком, девушка решила резко поменять профессию. Мого тата несправедливо образили, за нього не захистилися, і я вирішила, що я зроблю все, щоб невинні люди не страждали. Полицейские рассказывают всю правду о нелегкой профессии и о том, как стать настоящим копом. Сегодня мы снова пришли в библиотеку. То есть это тот проект, который запустили в январе на базе библиотек. Встречи с студентами, с молодежью, с одесситами. Я думаю, что, может быть, немногие, но некоторые из них тоже придут служить к нам. Им это интересно, а мы всегда готовы ответить на все вопросы, прийти на помощь и поддержать в чем-либо. Студенты особо не стесняются, вопросы задают самые разные. Разные. Возможность пообщаться так близко есть далеко не у всех. Меня, например, интересует, какие есть перспективы работы, есть ли карьерный рост какой-то, какая заработная плата в первую очередь, и нужно ли юридическое высшее именно образование, или можно сразу после колледжа начать работать с новой полицией. После общения все вместе смотрят фильм «Пойду в полицию», основанный на реальных событиях. В этой картине один из украинских журналистов показывает, какие ему пришлось пройти испытания, чтобы стать копом. Мы очень горды тем, что именно библиотеки стали теми площадками, где мы можем обсудить, можем рассказать о реформе национальной полиции, что очень важно. Мы предполагаем воспитывать доверие к этой структуре. И мы очень рады, что мы приглашаем на эти встречи молодежь. После мероприятия многие ребята сказали, что хотели бы пополнить ряды патрульной полиции. Ирина Стряпко, Алексей Барановский, 7 канал.